Клубы черного дыма закрыли небо над центральным кладбищем курорта. Пугающая картина была запечатлена местными жителями. Сочинцы предположили, что загорелся мусор. Специалистам удалось оперативно ликвидировать открытое горение. О пострадавших не сообщается. Сочинские полицейские раскрыли кражу в Хостинском районе. Добычей подозреваемого стала куртка стоимостью 20 тысяч рублей. Так, ранее судимый 50-летний мужчина увидел припаркованный на улице черноморский автомобиль. Влез внутрь, похитил одежду и скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело. В Сочи искатель запрещенных веществ попал в объективы камер. По сообщению очевидца, весьма странный молодой человек был замечен жильцами многоквартирного дома. Там парень повис на заборе и что-то долго искал в зеленой изгороди. Сочинцы предположили, что это очередной кладоискатель. После неудачных поисков подозреваемый ушел.